Приветствую! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. И сейчас я хочу ответить на вопрос, почему люди после стрижки или после изменения цвета волос чувствуют себя легко, как-то по-новому? Ну, ответ простой. Дело в том, что стрижка, прическа, цвет волос – это часть нашей самоидентификации. То есть, кто мы такие, как мы выглядим. Да? И вот это внешнее представление о себе, оно тесно связано с тем, как мы себя ощущаем. И изменение цвета волос, изменение длины волос, оно, это вот такое действие, которое происходит быстро и буквально магическое. Вот у тебя были волосы, допустим, длиной 0,5 метра, тут раз у тебя осталось 3 сантиметра. Все, моментальное превращение, да, волшебство живое, вот оно, чудо существует. Все, я другой, я уже другая. Плюс, очень часто с тем образом, который у нас есть, связаны какие-то мысли о себе, воспоминания, особенно о ближайшем прошлом, да? Какие-то негативные события, вот тот психоэмоциональный груз, который мы с собой даже неосознанно носим. И вот стрижка позволяет это вот действительно метафорически отсечь от себя, раз, все, теперь я другой, это те проблемы, которые были вот у того длинноволосого, да? А у меня сейчас здесь все хорошо. Поэтому действительно после такой простой процедуры наступает иногда очень большое облегчение, и люди прям выпрыгивают из кабинета или из мастерской, цветут, двигаются, излучают энергию, глаза блестят, да, потому что они на самом деле другие. Вот так.